Здравствуйте, сэр. Тебе здесь не место. Тебе правда сюда не надо, поверь мне. Отлично. А вот и образчик местной дикой природы. Вашего президента Джона Генри Эдема. Пригнись, идиот! Рейдеры наступают! Изгои! За мной! Если ты смерти ищешь, так ищи ее подальше от нашего бункера. Не хочу, чтобы твой труп портил наш райский уголок. Я защитник Энн Мэри Морган из «Изгоев». У меня большая пушка, и я терпеть не могу, когда мне полощут мозги. Вот и все, что тебе надо знать. Мы изгои. Мы собираем технологии, чтобы уберечь их от дикарей и всяких идиотов. И, предупреждая твой следующий вопрос, нас изгнали эти недоделки, которые называют себя братством Стали Лайонса. Мы считаем так. Если предатели думают, что мы слишком буквально следуем приказам, значит, мы все делаем правильно. Нам не нужны наемники, детка. Старая простофиля Лайонс доверяет пришлым, но мы нет. Однако, если хочешь помочь, может, мы и договоримся. Приноси нам технику, а мы будем платить тебе комиссионные, в зависимости от устройства. Но сперва хранитель Каден должен это одобрить. Ладно, но сперва поговори с хранителем Каденом.
Можешь обсудить с ним детали. Хочешь еще поглазеть на изгоев? Тебе что, больше нечем заняться? Я хранитель Генри Каден, глава изгоев. Надеюсь, ты тут по важному делу. Обычно я не трачу время на местных, но Морган говорит, от тебя может быть прок. Хочешь собирать для нас технологии? Приятно слышать. Можешь немедленно приступать. Все, что найдешь, приноси прямиком ко мне. Я посмотрю и скажу, сколько мы за это заплатим. А теперь за работу. Давай посмотрим, что у тебя есть. Силовая броня, энергетическое оружие, все виды усовершенствованных технологий, даже какой-нибудь мусор вроде сенсоров или запчастей может пригодиться. Что-то уходит в хранилище, что-то на ремонт нашей экипировки. В любом случае, лучше, когда оно все у нас в руках, а не валяется не весь где. Отлично. Двигай!
Привет! Я жестянщик Джо, главный поставщик запчастей для роботов на столичной пустоши. Посмотри все, что есть. К сожалению, все эти роботы уже проданы. Мне осталось только их доставить. У меня остался один храбрец, на которого пока нет заказчика, но... Эти РЛ-3 довольно привередливы в выборе друзей. И, по-моему, ты ему не нравишься. Ничего личного. Ты пойми. Пока! Пожалуйста, проходите. Еще один славный день в армии этого человека. Пожалуйста, проходите.
моя прекрасная Америка. Это президент Эдем. Идет поиск противника. Пожалуйста, покиньте район. Порядка. Пожалуйста, выйдите из укрытия и назовитесь законопослушным гражданам. Нечего бояться. Идет поиск противника. Послушным гражданам нечего бояться. Атакую враждебную цель. Внимание! Нужен неприятель. Привет! Я тут слегка занята, но могу немного пообщаться. Как дела? Удалось наткнуться на интересные технологии? Управление технологией прошлого для собственных нужд? Правильный подход? Расскажи, как все сработало. Ну, они всего лишь люди. Ну, то есть, их сделали всего лишь люди. Ну, может быть, даже и другие роботы. Но ты ж понимаешь, что я хочу сказать. Об этом надо помнить вне зависимости от возраста технологии. Еще, кстати, помогают импульсные гранаты. Вот, бери, у меня есть парочка. Вот, возьми еще и эту книгу о науке. Никак не могу осилить раздел про компьютеры, а все остальное я и так хорошо запомнила. Итак, наше уникальное экспертное исследование завершено. Должна признаться, я боялась, что некоторым оно ударит в голову, но все будет нормально. За все твои тяжкие труды возьми эту ядерную мини-бомбу. Я все думала, пригодится вырыть колодец, но, если честно, что-то страшновато мне от нее. Ну, осталось несколько последних штрихов, и можно будет сдавать в тираж. Спасибо за помощь!
Книга превосходная! Я сама поражена собственным талантом. Ой, даже не так. Нашим талантом. Раздам это торговцам, и скоро о руководстве по выживанию на пустошах узнают все. Самая первая копия книги предназначена для тебя. Без твоей помощи книга была бы далеко не так хороша. Ты настоящий гуру выживания на пустошах. О, еще чего не хватало. Для тех славных ребят из церкви это будет настоящим потрясением. К тому же эта бомба никому еще не вредила. Живи и давай жить другим, так? Чем быстрее ты найдешь мою собственность, тем быстрее я выберусь из этих трущоб. Нет, правда, как вы тут живете? Что? Дай посмотреть. Это нейросервопривод. Такой устанавливался только в А321. Я... И говоришь, это из его тела? Полагаю, больше тебе его негде было бы достать. Ладно, проклятие. Этого-то я и боялся, когда он ушел на эти пустоши. Ладно, вот тебе 50 крышек за труды. Попробуй получить хоть какое-нибудь образование тут, в этом аду. Всего доброго! Ближе не подходи. Руки держи на виду, ладно? Это был хороший поступок с твоей стороны, отдать Зиммеру деталь и сказать, что андроид мертв. За это я поделюсь с тобой информацией. Андроида переделал один человек по имени Пинкертон. Здесь, в Ривит-Сити. Он прячется в отломанном носу судна. Чтобы до него добраться, тебе придется плыть. И если захочешь, Пинкертон может сделать и тебе пластическую операцию. Это не полностью изменит внешность, но ты сможешь ощутить, каково это жить в новой шкуре, и почувствовать, что все мы внутри люди. Лучше, чтобы нас никто больше с тобой вдвоем не видел. Если хочешь получить новое лицо, обратись к Пинкертону. Он живет в затопленном носу авианосца. Андроида переделал один человек по имени Пинкертон. Здесь, в Ривитсе. Чтобы до него добраться... Чем быстрее ты найдешь мою собственность, тем быстрее я выберусь из этих трущоб. Харкнес, говоришь? Да. Да, похоже на то. Он же когда-то работал на специальное отделение полиции Содружества. И он как раз здесь, в Ривит-Сити. Великолепно! Нужно подождать, дождаться удачного момента и взять его. Благодарю тебя за твое секретное сотрудничество и за соблюдение секретности в дальнейшем. А вот и материальное выражение благодарности. Этот боевой модуль будет напрямую влиять на твою центральную нервную систему. Думаю, ты быстро оценишь его пользу. Тут вроде все в порядке. Вот ты где! Должен сказать, ты меня совершенно одурачил. Ты очень умен, А321, но все же недостаточно. А теперь пошли. Что за чертовщину ты несешь, Зиммер? Честное слово, у меня и так хватает психов на этой чертовой лодке. Ты вернешься со мной в Содружество. Ты очень ценный андроид. Ты просто немного расстроился. У тебя изменена память. Я никуда не пойду. Вали с моего корабля. Немедленно. Хватит с меня этой чепухи. Говорят, хочешь уйти по-хорошему или по-плохому? Поручни на полетной Конечно, палубе. Мы все сделаем по-хорошему. Ну, я надеюсь, я не собираюсь тебя сделают. Портить. Помнишь, пора прощаться. В прошлом году ребенок с палубы упал. Зиммер, да, это ну было все. Плохо. Ты не оставляешь Уверен, мне выбора, кроме сделать. Как использовать силу.
А321. Восстановление заводских настроек. Код авторизации бета-53-альфа. Что? Есть, сэр. Рядовой Джонс по вашему приказанию прибыл. Сэр, данные разведки приняты к сведению. Выдвигаюсь на полетную палубу, сэр. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Они обедают у Гэри, но от сделки не откажутся. Сэр, есть, сэр. Эта ржавая железка охраняет арсенал, сэр. Эй. Мне или кому-нибудь из охраны, если увидишь... Я сейчас слегка занят. У тебя проблемы? У меня такое чувство, что ты нарываешься. Не надо было тебя впускать. Это у тебя такие шутки? Да, если кто не понял, мне не смешно. Последние мозги подшибало. Я в жизни не был в Содружестве. Никогда о нем не слышал до появления тут Зиммера. И я определенно не робот. Я что, похож на робота? И разумеется, я никому не принадлежу. Тебя Зиммер в это втравил. У тебя ровно 5 секунд, чтобы объяснить, к чему ты клонишь. А иначе вылетишь из Ривит-Сити через первый же иллюминатор. Ладно, посмотрим. Но это невозможно. Я не могу быть роботом. Я человек. Я дышу, ем. Черт побери, я порезался утром, когда брился. У меня кровь пошла. У роботов не идет кровь. Не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что про все это думать. Признаю, что доказательства убедительные, но я не понимаю, как такое возможно? Боже, я вспомнил. Я вспомнил все. Прошлое, Зиммер. Содружество, институт. Господи, все эти беглецы, которых я притащил назад. Ты заставил меня вспомнить. Зачем? Как? Неважно. Я просто... О боже, что же мне теперь делать? Моя жизнь, все ложь. Я скажу, что я с ним сделаю. Я запихну его в очень маленькую коробочку и отправлю на север, туда, откуда он пришел. Спасибо тебе за предупреждение насчет Зиммера и за то, что никто об этом не узнал. Вот тебе небольшой знак благодарности. Лучшее оружие, о котором можно мечтать. Только сделай одолжение, не стреляй на корабле. Я нервничаю, когда тут палят. Если только палю не я. Например, чтобы убить опасных воров из Содружества. У меня 2 набора воспоминаний. Одни принадлежат андроиду, другие человеческие. Одни мои,
другие чьи-то еще. Что ж, я буду человеком. Это мой выбор. Я нужен людям на этом корабле. Я защищаю их. Вот это я и буду делать. Сам не знаю. Слушай, зови меня Харкнес. Так меня называют люди, которым я нужен. Теперь это я. Давай так. Всем будет лучше, если мы просто притворимся, что я всегда был Харкнесом. Правда останется нашей маленькой дружеской тайной, ладно? Ну давай. Сейчас начнется заседание совета. Мне нельзя опаздывать. Ходят слухи, вы ищете андроида. Ну, конечно. Я очень хочу найти его и вернуть в Содружество, где ему и место. Он очень дорогое оборудование. Понятно. Этот ваш андроид всего лишь ваше имущество, да? Вещь. Вещь, которая принадлежит вам. О чем вы тут говорите? Да, конечно, он принадлежит мне. Так что, вы его нашли или нет? Да, Зиммер. Я нашел вашего несчастного андроида. Он стоит перед вами, но никуда с вами не пойдет. Прошу прощения, я не понял. Еще бы вы его не просили. Есть за что. Прощайте, мистер Зиммер. Надеюсь, вам понравилось в Ривит-Сити. В наших не всем бы только пострелять. Слушай. Я ценю твою помощь с Зиммером, но сейчас мне просто хочется забыть обо всем этом. Так что я притворюсь, что ничего не произошло. Итак, могу я чем-нибудь тебе помочь, гражданин? Ну давай. Теперь, когда ты делаешь нам карты, у меня камень с души свалился. Думаю, мы отправимся на развалины и повоюем там немного, чтобы войти в привычную колею. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Наш спаситель возвращается.
федерального правительства Вашингтон. Теперь поймёшь! Сейчас называют столичной пустошью. Столичная пустошь. И как до этого дошло, Америка? Как лидер одной из самых сильных наций на Земле... Давайте мои руки! Ответ очень прост. Некомпетентно. Повторю ошибок моих предшественников. Джон Генри Эдем отстроит страну. И отстроит ее на века по-американски. Разве ты, моя прекрасная Америка? Thank you.
механист. Ты со своими консервными банками не сможешь остановить мою армию. Жителям этого города нечего бояться. Их защитит механист. Посмотрим, посмотрим. Вперед, мои верные муравьи! Уничтожьте этого идиота вместе с его заводными игрушками! Вперед, мои верные муравьи! Покажите этим паразитам истинную силу человечества! Людям и их игрушкам настал конец! Они все убили друг друга в глупых войнах! Людям свойственны слабости, но творения рук их сильны и чисты. Но тебе этого не достичь. С тобой все в порядке? Тебя не задело, нет? Наверное, надо бы извиниться за грубый прием. От этих двоих последнее время одни неприятности. Меня зовут Роу. Обычно называют дядюшка Роу. Добро пожаловать в общину Кентербери и во всем ее нынешнем великолепии. Это механисты Немирмика. Так они себя называют. Я понимаю, звучит по-дурацки. Не так давно Немирмика на нас напала. Это я ту женщину с муравьями имею в виду. Механист встал на защиту города со своими роботами. И все бы ничего, но их сражения становятся все масштабнее и отпугивают торговцев. А им никак не надоест. Великолепно! Я знал, что ты нам поможешь. Мне чутье это сразу подсказало, а я в таких вещах ни разу еще не ошибся. Найди, где прячутся механисты Немирмика, и уговори их прекратить эту войну или еще что-нибудь придумай. Получишь 200 крышек. Вообще-то достаточно остановить одного из них. Теперь, кажется, они появляются в Кентербери только чтобы подраться друг с другом. Отлично! Рад слышать, что ситуация скоро разрешится. Если смогу еще чем-то помочь, только скажи. И, как бы это, постарайся разобраться потише. Нам и так хватает недоделанных героев, устраивающих разборки на улице. Еще одного нам не нужно. С радостью, если это поможет. Однажды одна психичка привела в город стаю муравьев. Она заявила, что человечество мертво, и муравьи будут править миром. Ну и все такое прочее в том же духе. Но это дало дому достаточно времени, чтобы немножко пострелять по муравьям. Она сбежала, но с тех пор регулярно устраивает такие набеги. Поначалу от нее вреда было мало. На самом деле, сперва нас это даже веселило. Всем в городе было о чем поговорить. Но когда с ней начал воевать механист, все стало куда хуже. Муравьев отстреливать нетрудно, но прибавь к ним роботов с лазерами, и станет не до шуток. Когда-то механист был механиком в нашем городе. Скотт Валинский вообще тихоня, но со всякими гайками и спайками просто зверь. Боюсь, Скотт принял это слишком близко к сердцу, потому что склепал себе металлический костюм и назвал себя механистом. Сказал, что поведет армию роботов на бой с Немирмикой. Боюсь, Скотт принял это слишком близко к сердцу, потому что склепал себе металлический костюм и назвал себя механистом. Сказал, теперь он на свое имя даже не отзывается, а его армия роботов гораздо опаснее для города, чем муравьи. Мой племянник Дерек может знать о них побольше. Клянусь, меня хватает только на то, чтобы не дать ему броситься в драку, как только они появляются. Может, он и знает, где ты можешь их найти. Но не стоит провоцировать бедного мальчика. Хватит с него потрясений. Не могу не согласиться. Ха! Да почти все. Я основал это место, и благодаря мне здесь все как сыр в масле катаются. Наверное, потому что я их попросил. Я вырос в этих торговых караванах и провел с ними большую часть своей жизни. Давным-давно я основал это место со своей сестрой Дейзи. Прекрасное место для передышки на торговом пути. Это просто небольшие караваны, которые идут через пустошь, перевозят товары от Paradise Falls до Rivet City. Они не торгуют с теми, кто нападал на их друзей. Вот и вся их организация. Я думал об этом, но некоторые торговцы с пустоши, ну, не созданы для организации. Нужно быть весьма ушлым бизнесменом, чтобы добиться от них сотрудничества. Честно говоря, не уверен, что даже я смогу. Боже мой, когда дело доходит до торговли, я понимаю, что даже мне есть чему у тебя поучиться. Ну, в таком случае я могу стать твоим представителем у караванщиков. Я буду слушать тебя, а не меня. Просто давай мне советы, а я буду объяснять им, как работать.
Как скажешь, ты босс. Удачи тебе с этими двумя мерзавцами. Привет. Эй, что нового? Ой, блин, как вам это? Как вам это? Не Мирмика, типа ему «Ужасайся!», а механист в ответ «Остановись, злодейка!». Не Мирмика, она злая суперзлодейка. Она хочет стереть людей с лица земли при помощи муравьев, а механист защищает нас от нее со своими роботами. Когда они сражаются в городе, это просто офигеть! Лазеры, драки, кровь повсюду! Это просто чума! Только дядя говорит, что мне надо дома сидеть, когда они дерутся. Говорит, это опасно. Это очень серьезно, Дерек. Вот фигня. Ты тоже считаешь, что они прикольные? Они пока никому вреда не причинили, ну, так, чтобы большого вреда. Дом и мачете разгоняют всех по домам, когда они начинают битву. Правда, я иногда выбираюсь, чтобы посмотреть на них. А вот торговцам, рейдерам и работорговцам ни Мирмика и механист не нравятся. Говорят, что они мешают бизнесу. Но это глупости. Муравьи и роботы их на клочки раздерут, вот будут знать. Ты про супергероев? Ага, я стараюсь смотреть все их битвы. Это просто. Костюм не Мирмики делает ее мега-ловкой, но без нее муравьи наверняка задохлики. Главное, берегись ее королевской охраны. Роботы механиста намного круче, а его костюм придает ему супер-ум. А слабости у него, наверное, и нет. Ну, может, одна. Поскольку он хороший парень, он не настолько бессердечен, как Немирмика. Кажется, он никогда не причиняет вред невинным вроде меня. Если может. Я о ней почти ничего не знаю, ну, разве что, что она очень-очень-очень не любит людей. Но это даже прикольно. В смысле, иногда люди полные козлы. Думаю, ее логово где-то в пещерах к югу от города. Я несколько раз видел там ее муравьев. Джо Портер говорил, что он что-то о ней знает, но дядя не позволил ему мне рассказать. Говорит, не нужно провоцировать бедного мальчика. Я знавал механиста раньше, когда он был обычным героем. Его звали Скотт, и он тут все в городе чинил. Но однажды Немирмика убила его любимого робота, и я сказал, что он должен нанести ответный удар, как настоящий супергерой. С тех пор он закрылся в своей кузне на заднем дворе мастерской на холме и без устали трудится, чтобы защитить нас всех от Немирмики. Ни за что! Не надо их останавливать! Они классные! Ну, разве что ты тоже хочешь стать супергероем. Возьми себе имя Супергромила и победи на них армию супермутантов! Ну, ладно. Передавай привет механисту.